ЧП из-за обычной лени. На 78-й добровольческой бригады, несмотря на зимнее время года, случился потоп. Вода текла прямо по улице, и виной тому не осадки. Как рассказали коммунальщики, произошел засор. Его пришлось устранять несколько часов. Люди смывали в унитаз отходы, которые, по-хорошему, должны были идти прямиком в ведро. Как итог, сломаны насос и вода через край, которая не могла пробиться через мусорную пробку. В результате затопило улицу и даже подземную парковку в соседних домах. Подвал дома 48А по Алексеева. Все в воде. Все течет. Сверху провода электрические. Коммунальщики достали из труб 300 килограммов мусора. Работали сразу несколько бригад. Одна ремонтировала насос, вторая чистила станцию от отходов, а третья занималась откачкой. Коммунальщики жалуются, что это один из нескольких сотен подобных случаев, и становится их только больше. В этом году красноярцы побили в новогодние праздники рекорды. Вот мы устранили где-то около 400 засоров, если точнее, то 388. Для сравнения, в прошлом году это было 372. Самая большая беда – это влажные салфетки, различный жир, вот то, что остатки еды с новогоднего стола, да, мишура и так далее.